сөйлер айтпаушы. Э, мына Ақтауда жігіттер жолдас балалар мен Симба сұрайды екен, Симба. Э, жолбарыс сұрайды екен мынаны. Жолбарыс дейді. Жігіттер мен. Мен Симбалар еді, таза тұрғыр өте бүк тұрмын. Тағыр, Симба сұрайды екен. Ой-ой-ой-ой-ой. Ау нешеде? Неше жасыр? Бір жас кеше 11-де туған күні болды. Симба дейсің ғой. 26 ноября 2019 год. В сети опубликовали видео, на кадрах которого видно, как несколько мужчин гладят львенка. За кадром мужской голос говорит, что львенок живет в Актау и зовут его Симба. Ему всего год, и он весит уже 250 килограммов. Арыстан жүр, арыстан, абайлаңыз, арыстан жүр. Арыстан жүр, арыстан. Абайлай, абайлай, шықпа, жетпе ұр құсаным. Ну, қаяқта шық кетті ұна. Шақ-шақлап, шоу сүреді. Айып батып ұна, ағын етің алдында жөмірем. Абайлай, абайлай, тезін жоқ тұрма, үлес, әуелес құсына. Ауын мағыласын тұрма. Алсат. Интер арсан деп арсан. Жолпарктан бір жерге шығып кеттім де. Бүгін бағбат. Қойтып кетіп барды жұмыс қойды. Интер арсан деп арсан, абайла арсан. Е, абайла. Үлгірме қасын, үлгірме қасын. Қызық бұл ол ма? Бәрі біз істі. Үлгірме қасын. Жап, 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 жап. Ол, бұрды ғам. Жап, 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 ләс. Құрсын мұна түсті көтіп көтіп көтіп. На пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что в пригородном поселке Акшукур свободно передвигается лев. Животное поймали инспекторы. Львенку год полтора. По виду он домашний, людей не боится. Владельцем льва оказался мужчина 1995 года рождения, житель села Акшукур. Его оштрафовали на 27 780 тенге.
Сейчас Симба приземлился в Алма-Ате. Загрузили мы его вчера. Осмотр был проведен сразу на месте. Вчера, как только ветеринары алматинского зоопарка прилетели в Актау, мы сразу же поехали на осмотр животного. При визуальном осмотре было отмечено, что серьезных травм у льва нет. Масса тела в норме, есть небольшие психологические отклонения, но в принципе с этим тоже будем работать. Более четкий диагноз мы сможем узнать только, когда полностью проведем все анализы. Сейчас мы разгрузим льва, он поедет в алматинский зоопарк и 40 дней будет на карантине. Игривый. Симба. Бежал. Все его, грубо говоря, болячки не подвели. Симба, привет тебе с Актау. Ну он как бы, ага, вот так у него как бы получается состояние здоровья, все, да, у него отличное, да? Да. Хвостик зажил, пальчики у него были, получается, ногти подрежены, все уже отрослось, нормально. Ага. Все хорошо. Ну, Валер, вы видите, да? Да-да-да, Валер. Ага. Прививок не боится, да? Прививок нет, абсолютно. Как из тагони на прививке, обработанный отвод, абсолютно дается вообще. Легко. Да? Чесаться. А как вы думаете, потом, если к вольеру, чтобы к другим он особям привык, он как бы получается... Это специально там тоже, да, есть? Чтобы снюхались там, то есть через, сначала через забор как бы, да, не будет, да? Ну вот так вот, жители Актау, все с нашим котиком в порядке. И думаю, что в следующий раз, когда мы сюда приедем, он уже будет в вольере со своими сородичами. В алматинском зверинце сегодня презентовали новый вольер для прославленного львенка Симбы из Актау. Строительство ограждения со всеми удобствами проспонсировала одна из общественных организаций. Вольер поделен на три зоны – экспозиционную, выгульную, тихую и зимнюю. Содержаться царь зверей будет в условиях, максимально приближенных к дикой природе. В вольере имеется все необходимое оборудование и предметы. Это специальная лежанка из натуральных материалов, бочки, мешки, джутовые канаты, мечи и шины для игр, а также бассейн, который будет наполняться летом. Для посетителей предусмотрены два больших смотровых окна из каленого стекла. После Нового года лев переведет баланс зоопарка, дальнейшее обеспечивает зоопарк. Новое строительство соответствует всех требованиям ЯЗа, также ВАЗа. Общая площадь составляет 750 квадратов. Размер вольера позволяет поместить в нем и взрослых львов, но Симба пока будет жить один, так как он проходит период адаптации, и ветеринарам нужно следить за его здоровьем. Широкую известность хищник получил в конце июня, когда свободно прогуливался в поселке Акшукур близ Актау. Его на камеру мобильного телефона сняли очевидцы. Позже полицейским удалось установить владельца хищника, который впоследствии от него отказался. Но по просьбе зоозащитников львенка решили поселить в алматинском зале. Симбе сейчас 1,5 года. Львенок заметно подрос и набрал массу. На протяжении нескольких месяцев он находился у нас в карантинном стационаре. За это время мы провели медицинское обследование. Сейчас Симба чувствует себя хорошо.